Эфир телеканала «Беларусь 4 Гомель» продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В Гомеле проходит областное первенство по пляжному волейболу среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения. В турнире участвуют спортсмены из Гомеля и Гомельского района, а также Мозыря, Жлобина и Кармянского района. У девушек за первое место борются 10 пар, у юношей 6. По итогам этих соревнований будет сформирована команда области на республиканский турнир. Он пройдет в Гомеле с 21 по 23 июня на стадионе «Луч». В этом году очень мне понравилось, как выступает команда «Новая Гута», особенно районные, Кармянский район, вот, Жлобинские команды неплохие, Мозырьские, ну, вот из районов мне больше понравилось это Кармянские, такие перспективные ребята уже. С этими соперниками мы уже встречались и на соревнованиях 3-го года, и на некоторых соревнованиях 2-го года. И, ну, поэтому мы здесь очень многие знакомы. При такой жаре, конечно, сложно играть. Погода, конечно, влияет на и результативность, и впечатления какие-то. Определен состав сборной Беларуси по борьбе на вторые Европейские игры. Среди представителей национальной команды есть и спортсмены из Гомельской области. У девушек за награды турнира поборются гомельчанки Виолетта Чирик и Мария Мамашук. В греко-римской борьбе выступит Кирилл Грищенко. Отмечу, на данный момент национальная команда готовится к мультиспортивному форуму. Мужская команда тренируется в Стайках, женская – в Логойске. Напомню, на вторых Европейских играх турнир по трем видам борьбы пройдет с 25 по 30 июня. Во Дворце спорта 288 атлетов разыграют 18 комплектов наград. В Гомеле прошла спартакиада школьников по легкой атлетике. В соревнованиях участвовали 250 юных спортсменов со всех регионов области. Они соревновались в беге и беге с барьерами, спортивной ходьбе, в прыжках в высоту, длину, шестом и тройном прыжке с разбега, а также в толкании ядра и метании копья. Кроме этого, девушки определяли лучших в пятиборье, а юноши в шестиборье. По итогам соревнований определились победители в общем зачете по трем возрастным группам. В первой группе викторию завоевала команда Жлобинского района, во второй – Добрушского, в третьей – Хойникского. Спартакиада по гребле на байдарках и каноэ стартует завтра в Гомеле. Она соберет более 100 юных спортсменов. На старт выйдут гребцы 2004-2005 годов рождения из 6 регионов Беларуси и Минска. Цель соревнований – не только привлечь школьников к здоровому образу жизни и занятию спортом, но и отобрать лучших спортсменов в областные и национальные команды. Состязания пройдут на базе специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва номер 6 по гребле. Начало в 10:00. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь 4».